Ух ты, впереди нас что ждет? Та, походу, увидел я, чтобы нас взорвать что-то. Ну, пойдем. Посмотрим. Что здесь? Так, взрываем эту линию. Ну, еще вон там два короба. Так, как бы здесь быть? Нет, я думаю, знаете, что надо сделать? Сюда лучше встать. Сейчас мы взрываем, побегаем, разрушаем два короба. Разрушаем тот короб. Сейчас подумаю. Раз, упадет. Я задержу его. Нет, давайте все-таки я вон тот разрушу короб. А теперь надо как-то пробраться. Вроде нормально. Попробуем так. Отлично, ура! Теперь что нам? Если мы это разрушим эту линию, то мы же вниз не попадем. Нам надо как-то убирать эти под низ. А, ну как метрический кубик убирать. А как же убирать, если у нас 4 метрических кубика всего? А, нет, у нас 8. Ну отлично, да, если мы тут ставим 3. Так, и тут ставим 4 как-нибудь так. Обежим, чтобы было покрасивше. И разрушим. Отлично, пошли десантники. Хоп. И отлично, прошли уровень. Так, что там дальше? О, уже лабиринты пошли. А, что я делаю? Ставим кубики. Я думаю, у нас вот тут так. О, тут будет. Нет, я могу, конечно, ударить кубик, но что-то не то. Мы ставим сюда 4. О, вот так пробуем. А, нет, блин, ну что я? Так, ладно, придется запускать уровень, потому что я наверх уже не заберусь.